Ну что же, снова всем привет и продолжаем играть в 13. Так, где же мы тут остановились? Где? А, мы выползли. И... А, это ж мы подлодку потопили в прошлый раз. Так, в случае... О, у нас неплохой арсенал. Не ломается? Хер. О, патронов 0 практически. Да, херовенько. Самочка у нас херова. Ладно, посмотрим, что у нас тут будет. Я выясню, что происходит в штабе. Все еще нет новостей от полковника Маколы? Нет, я не могу сбежать в лагерь. Здесь ничего не работает. Возможно, проблемы как раз с лагерем, капитан. Откуда они говорят? Откуда? Непонятно. Пулеметная лента. О, шикарно. Дружище, зря ты там стоишь. Да блин, чё ж так громко? Я такая оглохнуть могу. Так, где-то убежал еще один. Куда ты, дружище, убежал? Где-то ж скотина прячется. Где-то. Только вот где? Так. Вот так. Хватит бить стекла. Что, еще кто-то есть? О, да. Вот это в меня попало. Так. Все. Ого, а в тебя хер попадешь с такого расстояния. Ага, можно было что-то сделать, но... Мы, как всегда, что-то не сделали. Нифига. Нафига крюк. Так, по-моему, я там кого-то видел. Угу. Так. О, ты тоже с арбалетом. Круто. Первый раз вижу с арбалетом здесь противника. Тишина. Так. Скажите мне, пожалуйста, нахера мне здесь... Мне здесь вот это вот дело... На самом деле непонятно, зачем. Можем попробовать долететь до сюда. Уху, оп, долетели. Здесь у нас что такое? Блин, не туда, не туда, не туда. Зачем это все? Хоп. Держимся. Для чего нам это все?
Или это я должен был типа втихую так все провернуть? Хрен пойми. Давай поднимемся, может тут что есть? О, вот для чего это. Да-да-да, сейчас мы туда залезем. Опа! Это я понимаю. Теперь можно спускаться. Так, пошли. Сколько? Два. Немного, но сойдет. Так, тут еще что-то у нас валяется. Пулеметная лента. Не, мы все обойдем снизу. Тут любят раскидывать полезности. Что это? Кепочка. Кепочья там. Все, больше ничего, жаль. Думал, будет больше. Так, стоп. Стоп. Это что там сидит такое? Чайки. А можно ее пристрелить? Прикольно. Так, ладно. Мне сюда вот. Замечательно. Так, что ж, включаем арбалет. Кто? Какая тварь меня смогла заметить? Недоумеваю. Так, меня кто-то еще и стреляет. Откуда вы? Вообще ни хера не понимаю. Ага, вот, вот ты. Иди сюда. Скотина попадает. Можем так. Нет, нам сюда не нужно. Дружок, я тебя вижу. Блин, как? Ах, идите вы все в жопу. Я еще себя покоцал. Охереть. Просто все замечательно. Альфа, омеги! Нам нужна поддержка! Здесь творится бардак! Вас понял, Альфа, подкрепление уже в пути. Ого! Круто! Было так, ничего, забавно. Давай посмотрим, что у нас здесь. Может, что... О, конечно. Молодцы, спасибо. Этому я всегда рад. Протиснулись. Побежали. Так, опа. Ага. Может, откроется. Ну,
На пролом. О, я этому безумно рад. Все? О, нет, нет, не все. Ну теперь-то все. Да, теперь-то все. Ух ты ж, блин. Высоковато. Укрытие, парни. Вертолет сейчас разнесет ДОК 33. Повторяю, укрытие. Так. Укрытие, блин. Я сейчас вам разнесу тут. Устроили. А, у меня есть ключ. Хрен из два. Нет у меня ключа. Так, мы добудем ключ. Должен где-то здесь быть. А вот и ключ. А что сверху? Зашибись. Не ломается. Фиговенько, фиговенько. Так, где-то дверька. Вот она. Ух ты, блин. А тебя-то я и не ожидал. Ой, не туда. И не сюда. Бум. Блин, по мне попали. А я вот так вот. Ух ты ж, блин. Так, херово. Так. По-моему, он не убивается. А мы вот так вот. Патроны, патроны, патроны. Короче, его только этой херней. Попал. Ну уже, ну уже. Есть. Ну что, разнес? Ой, это я понимаю. Ой. Это оно отлетело? Или оно здесь было? Да что-то возле башки пролетело. Что у нас осталось? Две аптечки. Нормально. Но вот патронов здесь явно не хватало. О, еще. Спасибо, конечно. Но я бы до сюда точно не добежал. Так, все горит, блин. Нехорошо. Здесь Роза. Сложите оружие и выходите медленно с поднятыми руками. Да хрена с два. Или стоп. Генерал Каррингтон говорит мне, что у вас есть презент для меня. Отдай ему досье Роботус. Да не хочу я отдавать тебе нихера. Блин. К
Капитан Стив Роланд сфальсифицировал свою смерть. Схватили нас. Он считался погибшим. После этого он мог спокойно совершить покушение на президента. И никто и подумать не мог подозревать его. Но он не планировал, что его ликвидируют его же наниматели. Да, он убит мангустом. Но ему как-то удалось добраться до дома своей жены, где он умер. Именно Ким Роланд пришла в голову идея поднять его из мертвых. Я устроил этому человеку пластическую операцию, чтобы он стал напоминать Стива Роланда. Эта наживка сработала. Волки вылезли из своего лога. Полковник Эймус, этот человек не виновен. Пришло время поделиться нашей информацией. Что вы думаете? Они готовят переворот, генерал. Двое из них встречаются сегодня вечером. И я знаю. Проверка групп захвата. Группа 1 готова! Группа 2 готова! Группа 3, ожидаем приказаний. Отлично! Группа захвата на позиции. Давай, флай! Ну что ж, так, где мы теперь? Подозреваемых что-нибудь почувствуют, они отменят встречу. Только что прибыл Уинслоу. Он поднимется на ярко меньше, чем через минуту. Так. Интересно, тут рашить можно или нет? Аптечку бы мне, меня уже покоцали. Порошок VIP. Занюхни и будет все VIP. Тупые шуточки. Что значит АА? Ага. Твою мать, 16 хп. 16 хп. Меня это не радует. Нисколечки. Еще швабра. Дайте мне аптечку уже. Так. Может, мне куда-то на другой этаж нужно ехать? Нет. Так, здесь все в порядке, все в порядке. Дверь не открывается. Так, обычная кладовка. Тоже обычная кладовка. А, вот дверь есть еще. Всем агентам приготовиться. Он уже идет. Да я уже здесь. Я уже здесь. Он в комнате для переговоров. Так, понял, так, 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 так. Вы можете соединить меня с частотой 1? Готово. Держите отряды поддержки в полной готовности. Аптечку, пожалуйста, мне. Вот. Жаль, нет еще. Сейчас поищем. Блин, да не может быть, что здесь будет пусто. Зато обойма есть. Никакой тишины, только шум. Шикарный номер. О, это я люблю. Так, что мы здесь открыли вообще? Уинслоу уже там. Попрактикуйтесь целиться.
находится на нем, направленным микрофоном. Да подожди. Не упускайте его из виду. Микрофон направленный. Вот. Подожди. Хорошо, следите за ним. Осторожнее, вы теряете цель. Теперь идите за ним. Да твою ж налево. Хорош ходить. Они идут, приготовиться. К чему? Вы не смотрели. Ох. А сейв-то где был? Твою мать. Найдите комнату 41, действуйте тихо. Если двое подозреваемых что-нибудь почувствуют, они отменят встречу. Только что прибыл Уинсон, он поднимется наверх меньше, чем через минуту. Твою мать! Третий должен быть. Третьего нету. Нахер с ним. Так, так, а дверь открыть-то мне? А, дверь же здесь. Чё я туплю? Всем агентам приготовиться, он уже идет. Так, я не... Как-то так. Где тут аптечка была? Вот же. Не хрен лезть, по-моему, здесь аптечка. Да. Он в комнате для переговоров. Так. Вас понял, перехожу на 10-2-5. Вы можете соединить меня с чистым... Готово. Держите отряды поддержки в полной готовности. Так, ты взял? Молодец. Так, ключ. Да, нажми так. Давай, 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 давай. Уинслоу уже там. Попрактикуйтесь целиться на нем, направленным микрофоном. Не упускайте его из виду. Хорошо, следите за ним. Слежу, слежу. Твою мать. Они идут, приготовиться. Блин, там охрана ходит сзади. Херовенько. А, Мангуст! Пришел сообщить о смерти номер 13, да? Я здесь, чтобы обеспечивать вашу безопасность, мистер Уинслоу. Вы не см... Чего я не с... Блин. Вы издеваетесь. Найдите твою мать. 41. Действуйте тихо. Если двое подозреваемых что-нибудь почувствуют, они отменят встречу. Твою мать, что за херь? Какой дебилизм. Действуйте тихо. Если двое подозреваемых что-нибудь почувствуют, они отменят встречу. Только что прибыл Уинслоу. Он поднимется наверх меньше, чем через минуту. Так. Да возьми ты. Молодец. Ну и где здесь еще один ходок?
сдохни. Чё, больше никого? Да должен же быть. Еще один прийти. Ладно, хер с вами. А, я все время забываю, куда мне нужно идти. Всем агентам приготовиться. Он уже идет. Вот так. Ой, а с этой стороны-то я не проверял. Не проверял, как я мог забыть. Все, набегался. Так, тут-то я знаю, оно вот здесь находится. Вот здесь-то я не смотрел. О. Так. Ничего. Ничего. Так. Здесь у нас вот здесь. Вас понял, перехожу на 10-2-5. Вы можете соединить меня с частотой 1? Можешь перезарядить. Готово. Держите отряды поддержки в полной готовности. Так. Здесь еще один мудак должен появиться. Ты тут не... Нет, тебя тут нету. Ну, откуда-то ж появляется он. Может, подождать? Закрыто. Закрыто. Тоже закрыто. Закрыто. Так, закрой. Попрактикуйтесь целиться на нем направленным микрофоном. Не упускайте его из виду. Следите за ним. Чуть отойдем. Теперь идите за ним. Осторожнее, вы теряете цель. Никого я не теряю. Твою мать. Да ты издеваешься. Найдите комнату 41, действуйте тихо. Если двое подозреваемых что-нибудь почувствуют, они отменят встречу. Пошли. Сразу всех попрячем. То, блин, они ж аларм. Только что прибыл. Он поднимется наверх меньше, чем через минуту. Тебе я тоже спрячу. Закрыть. Где у нас третий? Он же выходит, я же знаю. Ну хрен с тобой. Так, ты вышел, я надеюсь. Вот так, дружище. Мы тебя тоже спрячем, то не дай бог, кто еще здесь пойдет.
Закроем за тобой. И за собой закроем дверь. Здесь тоже не мешало бы закрыть. Так, все. Я не помню, в каком тут ящике еще что-то валялось. Или не валялось. Нет, это все. Что хорошо помню. Вас понял, перехожу на 10-2-5. Тебя тоже спрячем. Готово. Держите отряды поддержки в полной готовности. Так, дружище. Тебя мы спрячем. И дождемся. Дождемся еще одного мутня. Я же дождусь. Блин, откуда ты выходишь? Может, ты выходишь только тогда, когда я туда захожу? Все может быть. Все может быть. Ладно, попробуем. Да не то. Давай, открывай. Уинслоу уже там. Попрактикуйтесь целиться на нем. Практикуюсь. Упускайте его из виду. Хорошо, следите за ним. Ну, давай же. Твою ж, я хотел только перестроиться. Ладно, не буду вас всех мучить. Дойду до сюда, тогда продолжим. Ну что ж, пробуем еще раз. Мангуст, пришел сообщить о смерти номера 13, да? Я здесь, чтобы обеспечивать вашу безопасность, мистер Уинслоу. Твою мать, твою мать. Потрясающе! Мы выбиваемся из графика. Какие последние новости, номер 9? Мне удалось убедить их всех. Корпорации, финансы и даже масс-медиа. Самые влиятельные люди страны готовы поддерживать будущий режим. У меня с собой список поддерживающих нас. Я передам его номеру 3 сегодня вечером, когда мы будем ждать битвы у святилища. Что вы думаете, номер 5? Отлично. А с моей стороны новости тоже довольно неплохие. Несмотря на некоторые проблемы, мы будем контролировать все стратегические точки страны к завтрашнему вечеру. При
помощи операции «Полная краснота» мы наконец сможем установить нашу власть. Как и ожидалось, президент Калбрайн ничего не подозревает. Что за? Они заметили нас. Уиллард и Уинслоу направляются к лифтам. Отключите энергию. Мои отряды готовы к перехвату. Так. Энергия. Я, по-моему, знаю, где она. Иди в жопу. Так. Мы точно сделали? Точно. Вот здесь еще что можно открыть? Повзаимствовать чего-нибудь? Нет. Ладно. Так. А мне куда? Так, ну это я знаю. Тут я был. Может, здесь есть аптечка? Есть! Опа. Это открывается? Хрен. Это дверь, ты не мешай мне. Сюда. Нет, не сюда. Может, сюда? Чего? Я чего? А, нельзя было. Понятно. Сюда! Так бы сразу сказали, нельзя их убивать. Это свои. Да подожди ты. Патроны. ЭБР, выходите оттуда, Уинслоу. Так, я, конечно, заблудился, где я. Я покуда не пойду. Посмотрим, что еще здесь у нас открывается. По-моему, ничего. Так, мне... Это совсем не интересно. Нахрена столько дверей? Блин, бесполезное пространство. А ключ? Понятно. Да заходи ты. Так, опа. Ну и нахрена это была спешка? Твою мать. Как я ненавижу эти, блин, вентиляции. Я не курю, мистер Уинслоу. Твою мать. Дура сдохла. Да сдохни ты. Откройте! Все в порядке, плавать? Ну, смотря с какой стороны посмотреть, все в порядке. Все сдохли. Мы потеряли Уилларда. Ему не уйти. Чё? Откуда? Вы недооцениваете! Скотина. Это ты меня недооцениваешь. Я умнее. Я использую баги игры.
а ты игра. Твою ж! И эта игра меня надрючила. Уинслоу скрылся в бильярдной комнате. Вперед! Подожди, подожди. Тут... Так, это я еще не пособирал все патроны. Это комната в конце коридора! Да я понял, где она. Вебер, выходите оттуда, Уинслоу! Тут есть вот. Здесь, по-моему, ни хера не лежало. Ни хера, да. А, точно. Какого хера сюда иду? Мне же в лифт. Да ползи ты. Так, может лучше... Нет, дробовика-то у нас нету. Да. Достаньте этот список сторонников. Сейчас достанем, не боись. Все достанем. Дайте твою зажигалку, я уничтожу эти документы. Я да не бери ты. Готов. Откройте! Все в порядке, план? Да подожди, сейчас открою. Мы потеряли Уилларда. Ему не уйти. Как потеряли, так и найдем. Да, твою мать. Иди сюда. Наконец-то. Номер 5 сдох. Какие-то документы получены. О, уровень пройден. Адрес святилища. Их штаб-квартира в поместье Уилларда. Мы нашли их. Готово. Ну что ж, давайте на этом остановимся и продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока.